Привет всем! Тема этого видео – купить смарт-часы на AliExpress. Умные часы недорого, чаще всего из Китая. Умные часы, смарт-часы или часофон – компьютеризированные научные часы с расширенной функциональностью, часто сравнимой с коммуникаторами. Умные часы – это достижение не последних нескольких лет, как нам может показаться. Первые такие устройства появились еще в 1982 году и разработаны были компанией Seiko. Современная электроника обладает такими возможностями, о которых недавно можно было только мечтать, и это была фантастика. Современные смарт-часы заботятся не только о том, чтобы вы всегда оставались в курсе событий, но и обладают многими характеристиками фитнес-трекеров о здоровье. Сейчас это модно. Современные смарт-часы сейчас продаются везде и купить можно даже в интернете. AliExpress – это площадка, где вы сможете значительно сэкономить на покупку этого товара. Умные часы недорого и дешево из Китая уже не для кого не секрет. Но главное – правильно и умно подойти к этому делу, чтобы не остаться обманутым и обезопасить себя при покупке. Все очень просто. Переходим ниже по сгенерированной ссылке, чтобы долго не искать этот раздел на Алиэкспрессе, и повторяем точно так, как я буду делать сейчас. Сначала отсортируем вот так, по заказам, чтобы найти наиболее продаваемые часы. Как вы догадались, делается это потому, что определить, какие магазины и продавцы продают эти гаджеты с максимальным количеством. Кто продает много, значит, тот самый доверяемый продавец, и ее продукт пользуется самым большим популярностью. Значит, и цена у него самая низкая. Смотрим и наблюдаем по цене и по характеристикам, какие из них смарт-часы больше всего нам нравятся и подойдет нам. К счастью, есть и фильтры на Алиэкспрессе. Налево вот в этой колонке мы можем отфильтровать товары. Вот тут мы можем указать именно какого бренда умные часы мы предпочитаем купить, и система сама отфильтрует и выдает нам часы именно этой фирмы. А вот тут мы можем указать и отфильтровать именно для чего мы хотим купить этот продукт. Тут также можно выбрать язык, на котором мы хотим, чтобы она работала. А вот тут хотим купить часы для взрослых, женские или для ребенок. Все очень просто и легко. Советую выбрать и купить у продавца, у которого значимое количество продаж. Потому что этот продавец уже проверен тысячи раз. Часы ее более модные, привлекают внимание, и самое главное, такое количество, в большинстве случаев, продают они потому, что цены у них самые низкие. Вот и закончился наш маленький обзорчик по теме «Купить смарт-часы на AliExpress». И если у вас есть вопросы, пишите в комментах. Как я говорил, ссылку вы найдете внизу в описании этого видео. Вставим лайки, если что-то там понравится в этом видео. А если не понравится, можно и дизлайк. Подписывайтесь на канал и удачи всем!